Сегодня 11 мая. Хотел вам показать ежевику. Это вот у меня посадка прошлогодняя осенью. Сделал я, значит, для нее шпалеры из проволоки. Были заморозки. Заморозки, слава богу, пережили. Ну, так чуть местами вот цепануло, но не критично. Вот уже новые побеги начинают отрастать. Будем их подвязывать под наклоном. Это, значит, сорт Карака Блэк. Посажен тут около 50 кустиков. Там, значит, один ряд Primark Freedom. Там около 100 кустиков. И еще я посадил на этом же участке сорт Black Magic, черная магия. Все три сорта, они очень вкусные. Мне как бы важно, чтобы были вкусовые качества на высоте. Black Magic — это ремонтантный сорт. Ой, Black Magic. Primark Freedom — это рем. Это вот видите, пошло уже Black Magic. Вот они шипы, вот они цветочки. Начинается цветение в открытом грунте. Вот такие вот почему-то мощные стебли у них. Прям, я не знаю, вот с мой большой палец. Толщина стебля молодого побега. Это вот побеги. Надо их будет проволочки подвязать вот так, чтобы они не болтались. Вот этот дорастет как. Шпалера. Хоть она вот так вот и чуть-чуть шатается, но это не критично. Шатается, но не падает. Поэтому... Так, значит, Primark Freedom. Что у нас тут? Сажал я уже поздно. Обрезал я всю верхнюю часть. Вот видите. Кое-где оставил, кое-где обрезал. Вот от корня, видите, вот такой уже побег. Где-то сантиметров 20 высотой. Нормально. А это вот не обрезал, видите, оставил. И плюс еще будет молодой побег. Ну, конечно, надо обрезать это, но, не знаю, рука не поднялась у меня обрезать. А вот смотрите, я не знаю, думаю, это, наверное, что-то ненормальное. Толщина, вот мой палец, даже толще моего большого пальца, ствол у Black Magic. Не знаю, кто такое встречал, скажите, это нормально? Не, вообще такой толщины ствол ежевики. То есть если прошлогодний, вот он тут пол сантиметра, да, то тут 2 сантиметра в диаметре. И они, смотрите, они почти все такого размера выходят, молодые побеги. Гляньте, вообще просто толстенно. Так вот ежевика себя чувствует. Саженцы там наразмножил много. Из корня сделал. И инвитро саженцы уже готовые почти. Поэтому, если кто-то хочет посадить вкусные сорта, то вот я бы вам советовал именно Карака Блэк, черная магия и Primark Freedom. То, что они колючие, ну ничего. Я вот, кстати, подвязывал все вот эти кусты. Вот подвязывал тут, укладывал их. Не знаю, я ни разу не укололся. Ну, единственное, надо работать, конечно, в перчатках, чтобы не голыми руками браться, а в перчатками. Блин, ну это вообще толщина у них. Да. Тут, вот мой палец, он толще моего пальца. Прет. Прет, ты день как. Вообще, конечно. В общем, вот так вот выглядит ежевика. Красиво цветет. Вкусная ягода. Значит, шпалера. Ну, кто не видел, вот видите, тут у меня якорь вкручен в землю. И от якоря пошла шпалерная проволока. Я ее просто привязал к арматуре нитками вот этими солнцезащитными. Они на солнце, они не рассыпаются.
и нормально держится. Если мне надо будет подтянуть, она ослабнет вдруг, то я просто ее натяну, тут развяжу узелок и натяну, сделаю натяжку более, ну она нормальная в принципе так. Ну все.